Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр продолжает свою работу на выставке Retail Tech. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Добрый день. Меня зовут Корничук Ирина. Я генеральный директор компании BrandLite Rus. Наша компания является эксклюзивным представителем в России бренда BrandLite. Это немецкий продукт. И BrandLite создает уникальные целостные системы релаксации и снятия стресса, которые используют крупные корпорации для своих сотрудников в программах Health Management, Well-being. И наш продукт как раз-таки помогает сотрудникам быть более продуктивными, снимать нервное напряжение в течение дня с помощью специальной немецкой запатентованной технологии. Продукт очень активно используется на рынке Германии более 30 лет, и крупнейшие компании немецкие используют этот продукт очень активно для своих сотрудников. Да, это в духе времени. Сейчас все больше и больше крупных игроков, больших фирм заботятся о своих людях и пытаются сделать так, чтобы они были более продуктивными. Расскажите, пожалуйста, немного, каким образом расслабляется человек, каким образом он становится более продуктивным и менее усталым? Это технология, которая включает в себя специальные световые импульсы, бинауральные ритмы, которые играют на частоте ниже 20 Гц, и массаж. И эта система, она синхронизирована, и таким образом она помогает человеку не только физически расслабиться, но и, так сказать, перезагрузить работу мозга. То есть эта система, она погружает человека в альфа-состояние. Наш организм так устроен, что, находясь в стрессе, человек не может перейти в это состояние, в альфа-состояние, которое сравнивается с состоянием глубокой медитации. И как раз-таки наш продукт, он позволяет человеку, независимо от того, в каком он находится сейчас, в стрессе или в нервном напряжении, эта система помогает вот человеку успокоиться, снять стресс, снять напряжение, и через 20 минут человек чувствует себя, как будто заново родился. Простите за такое банальное сравнение. Но я понимаю точно. И еще я знаю, ваша фирма, она партнер нашей выставки, и уже ваши решения представлены у нас здесь, и поэтому наши спикеры такие заряженные, такие веселые, отдохнувшие. Да, спасибо. Наше оборудование, мы активно используем оборудование для создания productivity зон на выставках, на крупных мероприятиях, для тех людей, кто участвует в выставках, кто стоит на стендах, для спикеров, которые должны в очень узком временных рамках очень много общаться с людьми, работать, и это очень сильно воздействует на человеческий организм, и человеку необходимо через какое-то время перезагрузиться. Поэтому у нас на этот год уже расписаны мероприятия, и мы рады, что первое мероприятие в этом году у нас началось с Retail Tech. Мы очень гордимся тем, что мы являемся партнерами атмосферы, и наши системы ставят VIP-лаунж для спикеров и VIP-лаунж для Газпромбанк. Спасибо большое, особенно за то, что все спикеры, которые приходят ко мне, мы говорим про работу, про то, что нужно делать, и наконец-то мы говорим про отдых и насколько это важно. Спасибо вам большое, желаем вам удачи, надеюсь, до встречи в следующем году. Спасибо большое, я желаю удачи и развития, активного развития Retail Tech, чтобы этот бренд процветал, становился более известным, популярным, и чтобы на следующий год это мероприятие в несколько раз выросло. Спасибо.